разорвалась. Нахожусь на аэродроме Кульбакина. Вот смотрите, что дружеская Россия сделала. Вот нанесен удар. Сзади меня воронка. Еще дымится, видите? Вот. Часть ПВО в районе Мариупольского аэропорта. Все разбито, все. Вот основные войска подходят. Без опознавательных знаков. Пролетіло, не видно українського герба, точно російські, прямо ось над хатами літають. У нас самоліт збили, прямо у нас, вон. Вот. Парашут. Да. Самоліт чий хоч? Русский, русский. Rolling in general, look at this if you can. Yeah. Hey John, yeah. Yep. Yeah, there's a column of main battle tanks that are coming to here. I'd say it's some sort of model of the T-72. You can tell they're rolling past us. А ну отойди. Middle of the fighting, Matthew. Tell us what you're witnessing there. Stop! Stop! Jim, we've come out of the center of the Ukrainian. Одним словом. Здесь только что был бой. Расстрелянная машина. Горят дома. Там, эй, на уже танка сутишься. Не танка, и раз я на сутишься. У нас же будет чан, морда, дига. Стреляют по окнам.
танки, прикинь. Да. Самолет опять. Видели? Поехали домой, Сай, пожалуйста.